Еще раз всем привет! Сегодня я расскажу вам о своих друзьях из Мюнхена. Это группа Январь 95. Очень советую вам обратить внимание на этот музыкальный коллектив. Группа Январь 95 родом из Мюнхена. Команда была образована в начале 2020 года солистом и автором песен Егором и диджеем Чиппи, который помимо основной деятельности в клубах профессионально играет на ударных инструментах. В ее устах любое слово, сердце стук, и я люблю. Егор пишет песни с 18 лет, и на данный момент их насчитывается около 70. Довольно быстро дуэт превращается в полноценный коллектив. В группу входит соло-гитарист Марио и басист Иван. Помимо основной репетиционной и концертной деятельности, группа работает над записью дебютного альбома. Первая композиция была записана в екатеринбургской студии Fizzy Records в марте 2020 года. И в настоящий момент продолжается работа над остальными композициями будущего релиза. В будущие планы коллектива входят запись музыки в Екатеринбурге и Дюссельдорфе, съемка клипов, а также совместные работы с Иваном Чураевым, певицей Вериной и другими исполнителями из России и Европы. На луну, почему я так живу, не пойму, не пойму. Медленно схожу с ума, вижу монстра в толпе, превращаюсь в робота и готовлюсь к войне. Начинаю забывать телефоны друзей и себя в руках держать, с каждым днем все сложнее, все сложнее. Оптимизм.